Ну а давайте теперь перейдем к правилам поступления в колледж. Прием в колледж проводится на общедоступной основе, на основании аттестата. И вот здесь абитуриенты часто спрашивают, а какие ОГЭ или ЕГЭ, кто после 11 класса, мне нужно сдать для того, чтобы поступить на какую-то конкретную специальность в колледже. Вот мы всегда отвечаем, сдавайте любые ОГЭ, те, которые вам нравятся, те предметы, которые вы знаете лучше всего, так как прием проводится на основании аттестата. И вот здесь внимание, обратите, пожалуйста, внимание на экран, вы видите три специальности, на которые нужно сдавать вступительные испытания. И это изменение, которое будет с 2023 года. По остальным 13 специальностям прием в колледж без экзаменов. Но вот три специальности – дизайн, преподавание в начальных классах и дошкольное образование. Для поступления нужно будет пройти вступительные испытания. Но вы ни в коем случае не должны пугаться. Все составлено по школьной программе, и это под силу любому абитуриенту. Ну и что касается дизайна, на дизайн проводится творческое испытание, рисунок. И на каждом дне открытых дверей почти каждый абитуриент, который поступает на данную специальность, задает нам этот вопрос. А как будет проходить вступительное испытание? Какой экзамен мне нужно сдавать? И вот вы на экране видите рисунок. Это как раз одна экзаменационная работа, которую проходили и сдавали наши абитуриенты в этом году летом. Рисунок выполняется светотональный рисунок, рисунок карандашом, ставится композиция из геометрических фигур с драпировкой, и ребята выполняют. Более подробно о том, как проходят вступительные испытания, вы можете посмотреть на нашем сайте. Там есть программа для подготовки и подробное описание, что нужно иметь при себе, что нужно предоставить, нужно ли сдавать портфолио, сколько длится экзамен и какие требования. Сроки обучения. Тоже важный вопрос, абитуриенты спрашивают, после 9 класса в колледже обучается либо 2 года 10 месяцев, либо 3 года 10 месяцев, все зависит от того, на какую специальность вы поступаете. На базе 11 классов срок обучения ровно на 1 год меньше, то есть либо 1 год 10 месяцев, либо 2 года 10 месяцев. Ну и заочная форма, она всегда на 1 год больше по сравнению с очной формой. Когда же подавать документы? Прием документов в колледж начинается 1 июня. На те специальности, где проходят вступительные испытания, а это три специальности, о которых я говорила ранее, прием завершается 10 августа. На остальные специальности, на очную и очно-заочную форму, прием завершается 15 августа. Ну и на заочную форму прием документов идет до 25 октября, здесь достаточно большой промежуток времени. Сроки зачисления. Зачисление для того, чтобы быть зачисленным в колледж, если вы не сдаете вступительные испытания, то в принципе условия достаточно простые. Нужно просто выразить свое желание быть зачисленным, а именно предоставить оригинал аттестата в установленные сроки. И на экране вы видите сроки предоставления оригиналов и сроки зачисления. На очную форму зачисление проводится в два этапа. Первый этап – это 18 августа, и второй этап – 29 августа. То есть все зависит от того, когда вы подадите документы и когда предоставите оригинал. И на заочную форму зачисления у нас завершается 27 октября.